Все еще нет ответа от Рин. Так, стоп. Странно, сегодня у меня не было кошмара. Он закончился? Да, но без Рин. Какой в этом смысл? Да что за шум? Этот звук. Я могу наконец-то сказать это. Рин, я должен кое-что тебе сказать. Ты заметил это раньше, чем я ожидала. Я так и думала, что именно поэтому ты хотел порвать со мною. Так что, как видишь, я позаботилась об этой проблеме. Что? И в благодарность за то, что ты предал меня... Я тебя тоже убью! С возвращением. Что-то не так? В соседней комнате Рин был убит. О нет, кто-то опередил меня. Да ладно, я всегда знала. Ты мне изменяешь. Как минимум, с двумя разными людьми. Почему ты не можешь быть счастливым со мной? Неужели я настолько нежеланна? Не, это не... Подожди, успокойся, Кэтрин. Я совершенно спокойно. Я точно знаю, что произойдет, если я отпущу этот топор. Винсент! Я никогда не прощу тебя за то, что ты предпочел эту шкуру вместо меня. Позволь мне убить тебя уже. Ладно, я убью тебя прежде, чем она. О, еще одно препятствие на моем пути. Это ты препятствие на моем пути. Что тебе вообще надо, девчонка? Не путайся под ногами, бабуля. Да успокойтесь вы двое. А ну верни сюда, Винсент. Я убью Винсента, прочь с дороги. Я тебя тоже убью. Нет, я убью тебя первый. Винсент. Ты следующий. Эй, слышишь меня? Я убила тебя, а теперь убью важного для тебя человека. Винсент-сан! Появился? Сюда! Ты не сбежишь! Где мы? В кошмаре. И мы просто должны достичь вершины. Но, Рин, ты ранен. Не беспокойтесь, это ничего. Я последую за вами. Вы не убежите от меня. Я убью вас обоих. Винсент-сан, поспешим. Да. If the killer, do not die. Edge. Edge. Edge.
Рин, мы почти на месте. Ты в порядке? Да, я наконец-то осознал, как ты важен для меня. Само собой, когда я узнал, что ты парень, был шокирован и неправильно поступил, но теперь это не имеет значения для меня. Я хочу быть с тобой, Рин. Винсент-сан. Какая жалость. Осторожно! Ты мой! Рин, пожалуйста, идите, не беспокойтесь обо мне. Дурак, я не могу это сделать. Я был счастлив услышать истинные чувства Винсента Сана. Я был счастлив. Я рад, что увидел вас напоследок. Спасибо. Рин! Рин! Это просто сон? Нет. Это было не сном. Рин! Кэтерин? Что ты тут делаешь? Я же вчера сказал, что нам нужно поговорить. А, да точно, прости. Правда, прости. Хватит унижаться уже. Ты не единственный, кто тут не прав. Правда в том, что я довольно давно уже знала, что на самом деле не беременна. Правда? Я просто хотела сначала узнать, о чем думаешь ты. Но потом я не могла поднять эту тему. Честно говоря, частичка меня испытала облегчение, когда я узнала, что не беременна. И тогда я осознала, что если бы у нас и был ребенок, в конце концов у нас ничего бы не получилось бы. Так что пока все еще не стало хуже, давай расстанемся.
Кэтрин, не смотри на меня так. Это для нашего же блага. Давай просто двигаться дальше и наслаждаться своей жизнью. Но тебе лучше не жалеть об этом, когда я стану лучшей женщиной в будущем. А, и да, не мог бы ты выбросить мои вещи? Было бы нехорошо, если бы они валялись здесь. Да, я понял. И еще кое-что напоследок. Твоя новая любовь. Что за девушка она? Ну, я бы не назвал ее девушкой, видишь ли. Стоп, подожди. Это не девушка? Да. Должно быть, это действительно очень особенный человек. У меня действительно и шансов тут нету. Прости, Кэтрин. Я же сказала тебе, прекращай извиняться. Как же хорошо теперь, когда я избавилась от этого бремени. Думаю, начну с поиска нового хобби. До встречи. Так ты нашел какие-нибудь зацепки насчет Ринтян? Никаких. На все мои звонки отвечает автоответчик. Я продолжаю проверять новости про смерти, но ничего. Это значит, что Рин еще жив. Эй, подожди секунду. Какое отношение смерти имеет к Рин? Это не могло быть просто сном. Я не поведусь на это так легко. Это просто сон. Ты думал, что Кэтрин тоже умерла, но сегодня утром целая невредимая пришла к тебе. Ну да, ты прав. Но когда я проснулся, моя рука была еще теплой, это определенно был не сон. Да ладно тебе, ты, наверное, просто держал свою собственную руку во сне. Слушай, ну ты сам должен понимать намека, учитывая, что Ринни возвращается домой. Однако с Кэтрин ты уже расстался. Нет, я же говорю тебе, во сне мы были вместе. Эй, ты в порядке? Если ты уже путаешь сны с реальностью, я думаю, это дурной звоночек. Тогда что это было? Слушай, ты что на меня наезжаешь? Прости. Я помню, как мы были на какой-то лестнице, поднимались вверх, пытались убежать от странной Кэтрин. Однако потом вспышка и... Какая жалость! Так, стоп. Этот голос похож на... Эй, что случилось? Геморрой замучил, что ли? Да нет, дурак. Мне надо сегодня пораньше уйти. Эй, подожди. Эй, ты что-то знаешь о Рин, верно? Я понятия не имею, о чем вы. Голос, что я слышал в кошмаре, был твоим. Простите, но кошмары же просто сны, разве не так? Сон, реальность, мне насрать. Ты единственная зацепка, что у меня уже есть, так что говори. Отпустите меня, пожалуйста. Я тут вообще ни при чем. Хватит! Я прекращу показывать вам эти кошмары. Эй, а ну стоять! В смысле ты прекратишь показывать кошмары? Ты хочешь сказать, что это ты причина, почему у всех эти кошмары? Самому интересно? Ты сам только что это сказал. Правда? Ты ведь слышала, да? Да. Слышал? Не слышал. Эй! И вообще, какого черта ты в очках в помещении? Думаешь, они к тебе идут? Oh my...
Ты? Ты кто такой? Объяснись, монстр! Позвольте мне представиться. Я Томас Маттон, и я... Буду краток. Когда есть такие люди, как вы, что встречаются со своим партнером без обязательств, это мешает размножению, и темпы роста населения ниже оптимальных. Если здоровая плодовитая женщина будет терять время попусту, это может стать препятствием для будущего вида. Поэтому мы разделяем эти бесплодные пары и перераспределяем женщин среди мужчин, которые могут следовать естественному порядку. Ну и что? Ты просто убиваешь мужчин, которые не хотят жениться на своих партнерах, да? Ну, грубо говоря, это жертва ради благого дела. И мы бы добились успеха, если бы не этот противный пианист. Появляется каждую ночь с этой странной силой. Он не человек, а в каком-то смысле ангел. И что это значит? Он играет на пиано без моего разрешения. В результате овцы умирали не по графику, не говоря уже о том, что его игра звучит ужасно. По крайней мере, я смог поймать его в ловушку, используя твои кошмары в качестве приманки. Ты действительно думаешь, что мне есть дело до того, что ты только что сказал? Скажи честно, ты причина исчезновения Рин или нет? Если кратко, да. Тогда отпусти Рин немедленно. Если вы не хотите так легко сдаться, то попробуйте не умереть в следующем кошмаре. Умереть? Ладно, отведи меня туда немедленно. В этом нет нужды. Просто дождитесь наступления ночи, как всегда. Вот увидишь, я выживу и вернусь с Рин. Вы кажетесь таким уверенным в себе. Сегодня ночью я покажу вам все, на что я способен. Давай вперед! Эй, уже здесь? Давай бухнем, что скажешь? Эй, все в порядке? Ребят, тут управляющий Винсент. Все в порядке, ничего не говори. Простите, у нас тут просто зацепки нашлись насчет Рин, мы сейчас закончим. Вы, ребят, начинайте без меня. Конечно, но ты там полегче, хорошо? Не беспокойтесь, мы просто в одну игру тут решили сыграть. Да? Совершенно верно. Так, продолжим разговор. Если ты управляешь этими кошмарами, то пусть это будет последний. Для всех, не только для меня. Бред! Ну, ладно. Все равно ты не выживешь. Эй, Винсент. Все будет в порядке? Извини, что заставил беспокоиться. Однако все в порядке. Мне просто должен вернуть важного для меня человека. Я не потерплю неудачи. Что это с ним? Внезапно таким крутым стал? Итак, управляющий, насчет разговор... Управляющий? Здрасте. Доставка. Как и было обещано. Еда и музыка доставлена. Здоров. Это...
Кстати, ты с Кэтрин расстался, да? Надеюсь, ты не пожалеешь об этом. Нет, я должен был это сделать. Я лгал ей и себе. Мне нет времени колебаться больше. Ты сильный чувак? Нет, я просто влюбленный идиот. Я тебя поддерживаю, независимо от того, какой путь ты выберешь. Жени, выпивка за мой счет завтра. Слушай, ранее между тобой и управляющим что-то случилось? Да не, ничего. Мы просто небольшое пари заключили. Эй, так что с Рин случилось? Мы встретимся сегодня вечером. Нужно все уладить. Я никогда бы не подумал, что ты так сближешься с человеком, с которым случайно столкнулся. Раз с тобой мы не так же познакомились. Мы столкнулись друг с другом в коридоре, когда уронили свои бенто. Да, точно. Похоже, иногда этого достаточно. Интересно, будет ли у меня этот сон снова? Вот бы мне приснилась какая-нибудь горячая красотка. Но потом проснешься, и все закончится. И что будешь делать? Спать? Эй, да заткнись, это слишком жестко. Мы через многое прошли вместе, но мне было весело. Оглядываясь назад, все было не так уж и плохо. Ну, думаю, теперь мы пойдем каждый своим путем, так что удачи тебе. Да, верно. Да. До встречи. Прощай. До встречи. Интересно, что задумал Ринтян? Не беспокойся, завтра все вернется на круги своя. Надеюсь, все получится. Знаешь, нам действительно нужно дорожить такими моментами, когда мы вот так собираемся. Сэмпай, ты с ума сошел? Давай, не порть момент! Вы, сэмпай, выглядите как старики. Неужели кошмары настолько ужасны? Но у меня их ни разу не было, так что мне сложно это представить. И лучше, чтобы ты никогда не представил себе это, Тоби. Это ты? Та самая овца Моджа. Позволь мне представиться. Я Абур. Рад познакомиться с тобой. По правде говоря, сегодня я отправляюсь в путешествие. Внезапно. Но ты выглядишь взволнованным, действительно. Я никогда не был в путешествии, а в одиночку. Помнишь, я как-то говорил, что хочу стать другим человеком? Тогда я пытался отдалиться от личности богача. Но сейчас я думаю, что с правильным подходом ты можешь изменить свою жизнь к лучшему. Мир овец был интересным, но настало время испытать внешний мир как человек. Это твоя жизнь, ты сам должен выбирать, как проживать ее. Спасибо. Ты всегда умеешь подбадривать. Кстати, я тут с Родриком кое о чем говорил. О том, что могу финансово помочь ему с музыкой, если надо. И он отказался, верно? Да, он расстроился и сказал, что добьется успеха своими собственными силами. Но он дал мне свой номер все равно. И он также создал мне график тренировок голоса. Даже для путешествий. Это на него похоже. Думаешь, я смогу научиться петь лучше самостоятельно? Если будешь вкладываться всем сердцем, то сможешь. Да. Именно. Мир овец был интересным, но настало время испытать внешний мир как человек.
Вы хотите поговорить с Линдзи? Вы хотите поговорить с Мартой? Ваше лицо изменилось. Думаете? У вас лицо человека, что приняло важное решение. Что вы хотите от вашего будущего? Чего вы хотите добиться? Быть более открытым к неизведанным приключениям. Думаю, с этого начну. Бесконечное небо простирается над высокими горами. Но легенда, кажется, не закончилась еще. Вы не хотите рассказать нам о наших судьбах? А? Посмотрим. Что-то мне подсказывает, что вы стремитесь стать чем-то новым. Чем-то новым? Может, нам начать быть городскими предсказательницами? Насчет того разговора, что был ранее, это правда? Ты сказал, что будешь драться? Эрика, ты никогда не меняешься, да? Неважно, правда или нет. Однако я не могу ему проиграть ни за что. И помимо прочего, все скоро закончится. Эти слухи, эти кошмары для всех парней. Он должен взять на себя ответственность. В любом случае, не переусердствуй. Все беспокоятся о тебе. Все будет в порядке. Не волнуйся. Эй, слышал? Я узнала, кто эта ведьма. Ты узнала? И кто же это? Это была я. Ну, помнишь, когда я была моложе, многое что случилось, и кажется, все эти слухи смешались. Но в тот раз ты действительно исчезла. Не подумай только, я просто продолжала распространять слухи, обманывая людей. Был ли кто-нибудь, кто верил в них вообще? Ты... Ну, я никогда не верил в это с самого начала. Если слушать тебя, Эрика, добром это не кончится. Что? В любом случае, возвращаясь к разговору с управляющим, дура, это все ложь. Не беспокойся об этом. Завтра мы сможем выпить и повеселиться. Хорошо, надеюсь, что так. Приходи сюда завтра выпить, хорошо? Я уверена, Рин будет болеть за тебя. Винсент, ты идешь домой? Да, иду. Слушай, не нужно так беспокоиться. Все в порядке. Поверь мне. Хорошо. С Рин все будет в порядке? Не волнуйся. Я позабочусь об этом. Увидимся позже. Это первое великое испытание. Тропинка, что разделена на три пути. Остерегайтесь таинственных кубов и поднимайтесь вверх с умом и умением. Эй, Матон! Я знаю, что ты слышишь меня. Где Рин? Винсент-сан! Рин! И как ты планируешь спасти свою милую Гринтя? Срань! Просто жди! Добро пожаловать на мою территорию!
Подумать только, что обычный человек смог добраться до сюда. Однако, просто убить такого человека было бы неинтересно и расточительно. Поэтому для начала давайте посмотрим, сможешь ли ты своими навыками пройти первое испытание. Ну же, давай, иди сюда. アンドゥで巻き戻すのも手ですよ。 Ну что ж, неплохо. Но это только начало. Было бы скучно, если бы ты умер здесь, не так ли? Ну давай, покажи, на что ты способен. Хм.
Здравствуй, храбрый маленький ягненок. Не могу поверить, что ты добрался до небес. Что за небеса? Хватит уже это говно нести, трус, и отпусти Рин. Ты ведь понимаешь, тебе придется добраться до вершины, дабы исполнить свое желание. Тебе понадобится серьезная решимость, если хочешь вернуть дорогого тебе человека. Я уже решился. Даже если ты спасешь Рин, это не будет последним испытанием. Ну что ж, позволь мне спросить тебя вот о чем. Это уже 15-й вопрос. В каком городе вы бы предпочли бы переехать? В неизвестном городе. Значит, таков твой ответ? Ну, тут ты волен отвечать как хочешь. Но будь готов. Ты бросаешь вызов ему. Изначально намекалось, что человек, что бросил меня в этот кошмар, был кто-то, кто мне близок. Но оказался, что это какой-то старый бармен? Старый бармен? Может, я не кажусь таким, но я великое существо. Ой, срань, где вы? Почему бы тебе не сказать мне, кто ты такой хотя бы? Хорошо, меня зовут Астарот. Я наблюдаю за вами, людьми. Из мира, высоко над вами. Астарот? Мир над нами? Что? Ты не удовлетворен моим представлением? Ну ладно. Поговорим в следующий раз. Если выживешь. Да подожди. Ты снова выжил. Для того, кто бегает в одних трусах, ты довольно быстр. Но тебе предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем ты сможешь встретиться со мной лицом к лицу. Сможешь ли ты пережить следующий этап? Как и ожидалось. Ты прошел один из самых сложных этапов. Хвалю твой боевой дух. Прежде чем мы продолжим, я хочу удостовериться кое в чем. Я хочу знать, что у тебя внутри. Это 16-й вопрос. Если вы счастливы, имеет ли значение прошлое вашего партнера? Не имеет. Вот как. Понятно. Ну что ж, я тоже отвечу на твой вопрос. Ты попал сюда, потому что ты поддался искушению. Это место, где судят грешников. Я приказал ему переводить сюда худших из худших, таких как ты. Эй, называй меня так. Даже если это, ну, правда. Ну ладно, хватит об этом. Путь, который ты выбрал, удивил меня. Значит, это ты за всем этим стоишь? Ну ладно, тогда покажи мне свое лицо. Ты никогда не увидишь его лица, даже через 1000 лет. Кроме того, разве его имя тебе недостаточно? Ладно, хватит болтать. Давайте, пошли дальше. Желаю тебе удачи. Мне не нужны твои пожелания. Я ни за что не проиграю. Ты все еще не сдох? Ну ты и везучий ублюдок. Но удача недолго будет тебе сопутствовать. Пора прощаться, так как на следующем уровне ты умрешь. Неплохо, Винсент. То, как ты лез, это произведение искусства. Если я собираюсь спасти Рин, я должен. Значит, любовь ведет тебя, не так ли? Но боюсь, этого будет недостаточно, чтобы пройти все это испытание. В конце концов, тебе придется столкнуться лицом к лицу с ним.
Ты уже так далеко продвинулся, так что позволь мне спросить тебя вот о чем. Это 17-й вопрос. Что вы думаете о том, что прожить жизнь, будучи влюбленным? Это прекрасно. Понятно. Ты на полпути до небес. Я отведу тебя на следующее испытание. Птица ожидает того, кто освободит ее, чтобы она вновь порхала по небу свободно. Но если ты не доберешься до вершины, то этого не произойдет. Желаю тебе удачи. Иного варианта, как подняться вверх, у меня нет, так что я обязательно доберусь до вершины. Подумать только, у тебя такая сильная сила воли к выживанию. Ну ладно. Как я и говорил, я, Томас Маттон, буду твоим противником. В следующий раз, когда мы встретимся, ты умрешь. Забавно наблюдать, как кто-то становится легендой. Такое случается нечасто. Не то чтобы это имело значение для тебя. Что заставило тебя, однако, так отчаиваться? Разве не очевидно? Я здесь, чтобы спасти самого важного для меня человека. Тогда позволь мне спросить, для чего ты живешь? Кто ты такой? Кто спрашиваешь? Это проклятие. Невозможно сбежать из этого места, не получив хоть какой-то ответ. Но должен сказать, такого я не ожидал. Ты определенно изменил мой взгляд на мир, который, как мне казалось, я знал. Ты действительно интересный. А теперь позволь мне задать тебе последний вопрос. Это 18-й вопрос. У вас действительно хватает решимости сделать то, что нужно для того, кого вы любите? Да. Такой твой ответ? Хорошо. Я понял. Когда-то был человек, который принял этот вызов, как и ты. Он стал легендой и отбросил свою человечность, дабы стать одним из нас. Верно. Это тот, кто ждет тебя на следующем испытании. Томас Маттон. Теперь, когда он стал одним из нас, мы зовем его Думузин. Все ловушки были созданы им. Он знает это место насквозь, так что он будет сложным противником. Так что раньше он был человеком? Ну, я не собираюсь проигрывать ему. Начинаешь нервничать? Добро пожаловать, мы снова встретились. Я не думал, что ты действительно доберешься до сюда. Это было то еще зрелище. Однако, кажется, все испытания были слишком легки для тебя. Так что сегодня вечером я самолично разберусь с тобою. Что важнее, Сарин, все в порядке? Сейчас тебе не нужно об этом беспокоиться. Так как сегодня вечером ты станешь особым блюдом Маттона. Мне жаль, но мне придется тебя убить. Заткнись! Давай уже покончим с этим. Я верну Рин домой, несмотря ни на что. Подожди еще немного. よし、よし。それそれ。よし、ゲット。よし、ゲット。はい、変わります。ちょっと。
Этого просто не может быть. Будь ты проклят. Будь ты проклят, ягненок. Как такое могло случиться? Как? Ладно, тогда это война. Клянусь именем Думузина, пастуха и супруга Иштара.
Твоя душа моя, ублюдок. Приготовься. Наконец-то ты здесь. Над этим местом есть тропинка, которая достигает небес. Я знал, что ты отличаешься от других ягнят, но не ожидал, что ты проявишь такой большой потенциал. Разве ты не пытаешься убить нас? Убийство нерешительных мужчин — только одно из наших целей. Если кто-то из них проявляет потенциал, мы испытываем их души и предлагаем им свободу. Не забывай, этот кошмар открыл для тебя новый путь, не так ли? Ну что ж, моя работа закончена. Ты успешно пережил крещение. Следующим будет финальное испытание небес. Это будет действительно твой последний бой. Я всегда рядом с тобой. У меня много лиц и много имен. Когда этот собор будет поглощен любовью богини, мы снова встретимся в далеком отсюда месте. В далеком месте? Будь осторожен и иди вперед. Не обязательно мне говорить это дважды. До самого конца ты был тем еще болтуном. Это последний этап великого испытания. Это действительно последнее препятствие, где вам придется столкнуться с тем, у кого сила подобна Богу. Когда вы достигнете небесных врат, вы обретете истинную свободу. Сколько еще это будет продолжаться? Это оказалось сложнее, чем я ожидал. Этот ублюдок быстрее, чем я ожидал. Да пошел ты! Я здесь не в игрушки играю. Я почти дошел до цели, так что я выиграю сегодня. Ты что такое несешь? Я просто разогревался, чтобы придать тебе уверенности. Но теперь ты разозлил меня. Приготовься, труселявый! Ой, да полегче ты, глазной! Это последняя битва. Блин, я зашел так далеко не для того, чтобы умереть здесь.
Ha.
Рин, ты в порядке? Винсент-сан, вы не ранены? Я в порядке. Сейчас я вытащу тебя оттуда. Рин, я так скучал по тебе. И я... Я наконец-то могу сказать тебе о своих чувствах, Рин. Я люблю тебя. Но, Винсент-сан, я расстался с Кэтрин. Но я же парень, так... Знаю, для меня это не имеет значения. То, что имеет значение, это кто ты есть, Рин, как личность, которая важна для меня. Винсент-сан, по правде говоря, мои воспоминания вернулись в тот день. Но я была слишком шокирована отказом. Чем больше я говорила себе не любить вас, Винсент-сан, тем болезненнее становилось. Так что я убежала. Простите. Не извиняйся. Так как я сам тоже всегда убегал от реальности. Но ты, Рин, принял меня таким, каким я есть. Обдумав все это, я начал видеть новое будущее, которое полностью отличается от той, которую я проживал до сих пор. Все просто, не так ли? То, что действительно важно, это чувство, что ты испытываешь. Вот так я и буду жить отныне. Рин, что ты думаешь? Винсент-сан, я хочу быть с вами всегда. Не могу поверить. Победа за мной, Матан-сан. Я верну Рин домой, как и договорились. Непростительно. Просто непростительно. Ну все, шутки кончились, ублюдок. Ты что, тупой? Я уже победил тебя. Заткнись. Ты не можешь отрицать естественный порядок вещей. Твои извращенные желания не помешают моему благородному делу. Ой, да ладно, ты еще об этом? В мире есть куча других путей, помимо того, где лишь мужчина и женщина идут вместе. Само собой, я не претендую на то, что я самый лучший парень и все дела, но я сам решаю, как проживать свою жизнь. Если вы действительно заботитесь о людях, тогда я призываю вас рассмотреть и другие пути. Я сам помогу вам, если хотите. Ты просто эгоист. Эй, Матан. Эгоизм тут ни при чем. То, что я имею в виду, это то, что жизнь людей не распланирована заранее кем-то. Ты должен рассмотреть другие возможности, которые не предполагают контроль над людьми. Как только найдешь такую возможность и примешь ее, твой мир расширится, верно, Рин? Да. Мир полон возможностей. Ладно, с этим покончено. Рин, я люблю тебя. И я люблю вас. Не-не, остановитесь! Невозможно! Всем привет! Приятно снова видеть вас. Ну, как вам история? Идеальный побег от ужасного кошмара. Вы вели Винсента своими превосходными навыками. Даже Астарот, кукловод, что стоял за этими кошмарами, был поражен вашей игрой. Вы слышали, что сказал Винсент? Люди свободно выбирают, как им жить. Это убеждение было настолько сильным, что даже Бог не смог остановить его. Ох, вы только посмотрите на них.
С такой сильной любовью они смогут противостоять чему угодно. Далее Винсент вернулся в бар, где обычно проводит свое время, где они вдвоем рассказали обо всем. Однако, некоторые вещи совсем не такие, какие кажутся на первый взгляд. Похоже, в этой истории есть еще что-то. Тогда давайте взглянем. Это же прекрасно, Рин. Да? А ты смотри, не заставляй ее больше плакать. Знаю я. Рин, я обещаю, что больше никогда не причиню тебе такой боли. Отныне, что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой, Рин. Винсент-сан. Я так сильно вас люблю, Винсент-сан. Рин. Ладно, ладно, хватит, а то жарко. Поздравляю. Ну, и что дальше? Сыграешь для нас на пиано? Что? Он снова будет работать здесь? Какие-то проблемы? Пожалуйста, жальтесь. Я не могу позволить ангелу остаться здесь. Неужели в вас нет ни капли страха? Ангел? Ну, думаю, на ангел. Ну да. Я пришел сюда, чтобы исполнить свою миссию, и теперь, когда кошмары закончились, моя миссия выполнена. И думаю, мой брат позволит мне стать человеком. Человеком? Это присутствие. Неужели? Неужели?